Всем привет! Новая 147-я серия сериала «Ветреный холм» выйдет на экраны Турции 27 октября. Напомню, что на данный момент сериал будет транслироваться только по выходным. Поэтому не пропустите любимые серии, подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе новостей о данном сериале. Приятного просмотра! В новой 147-й серии мы увидим, как Халиль, чтобы продолжить ложь о беременности Зайнеп, придумал новую ложь. На самом деле он не собирался заключать никаких сделок с врагами Амера Асланлы. Зайнеп всему научилась. Она подготовила новое соглашение, в котором были некоторые правила, каким должен быть ее муж. Первое правило Зайнеп – муж Зайнеп Асланлы никогда не лжет. Но Халиль постоянно лжет, чтобы не потерять Зайнеп. И герои должны поговорить о всех проблемах сейчас, а не подшучивать друг над другом. Зайнеп должна уже наконец показать письмо Халилю и сказать, что она все узнала в их брачную ночь. Любовь между Зайнеп и Халилем не должна больше портиться. Кто считает так же, поставьте сердечко в комментариях. Мечта Халиля продавать свою продукцию за границу, создавая большой бизнес. Зайнеп захочет помешать Халилю осуществить эту мечту. Зайнеп будет вести себя так, будто она действительно беременна. И очень захочется съесть мясо. Вся семья захочет, чтобы Халиль позаботился о беременной Зайнеп. Халиль поймет, что намерение Зайнеп состоит в том, чтобы помешать ему попасть на деловую встречу. Но Халиль продолжит исполнять желание Зайнеп. Ему придется доказать всем, что он мужчина, который заботится о своей беременной жене и ребенке. А тем временем Сангюль решила подмешать в мясо Зайнеп какие-то капли, чтобы беременность девушки прервалась. Халиль не поверит, что Зайнеп стало плохо. И только когда девушка пойдет к машине Халиля, чтобы помешать ему уехать, она упадет в уморок. Только тогда Халиль поймет, что девушке действительно плохо. Халиль испытает огромный страх потери Зайнеп. Если вам нравится сериал, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Приятного просмотра!